так было. Итак, изобретение Железова. Внимание, это касается всех вас, потому что она же касается не только школьников и студентов, каждого из нас. Итак, новая методология основана на современных детализированных фотографиях. То, чем мы занимаемся, 106 вебинаров, но там наверху не дошло или не дойдет. Почему? Нам нужны специалисты с обзором горячим или психопаты. Это мой вопрос науки. Вот. Представляете, как это, что творится у нас? Сейчас поймете, я немножко так сказать, ретро, а потом самое главное. Чтобы это когда-то все-таки должны наши к власти прийти. Время дураков никак не кончается. Бумажные книги и учебники больше не нужны. Вы понимаете, если бы мне сказали, Олег Константинович, вот тебе миллион, не рублей, это много, вот тебе миллион долларов, вот, сделай бумажную книгу. Конечно, я бы ее сделал. Конечно, она была бы не такая дебильная, это понятно. Вот, и какую-то пользу приносили. Но я пошел дальше. Ведь нужда заставила, и все даже самых нищих семей сейчас учатся дистанционно. Так вышло. Так вышло. Назад уже не будет. Но если только нам это самое, кислород американцы перекроют, потому что мы еще не все им раздали, не раздарили. Вот. А пока не будут все это, держат нас. Чуть дадут глотнуть, а потом снова зажмут. И что получается? И пока будет сейчас этот же YouTube и прочие социальные сети, сейчас все будет только так. И давайте из этого извлекать пользу. Итак, экзамены по Железову. Я обычно начинаю издаля. Итак, мое время дури хватало. В школьном учебнике биологии «Мое время» на обложке был изображен распотрошенный заяц. Подробнейший, вот обложка, еще цветной, и это, знаете, 1960 1960 году. Так, то есть это было 60 лет назад. Так вот, был распространенный заяц с сердцем, с почками, с печенью, и зачем-то эти стрелки были, все, и мы должны были знать, как он устроен. Почему не сделали так, чтобы там была бы печень человека здорового, печень человека алкоголика. Догоняете, о чем речь? Печень человека, это сам. Потом, видя это самое, но это учебники, а видео позволит. Ломка наркомана. Вот. И это должны смотреть. Причем так сделать хитро, чтобы было видно, что он смотрит. То есть просмотреть полностью. А для этого должны быть детали. Он должен потом рассказать, в чем был одет этот наркоман, который это, бился об стенку, разбивая себе это лоб. Вот. Значит, это самое облеванный алкоголик, который лежит где-то там в канаве, да? Вот. Все это должно быть общее. Потом идет. Я просто пусть утрирую, но это в этом обязательно должно быть. Пока еще ребенок. Биология для девочек. Вот это вот. То, что мальчика, может, не надо знать. Но девочки о своем организме должны знать все. Биология для мальчиков. Я специально написал. Геракл осеменил 40 девушек. Назвали 13-й подвиг Геракла. В школе проходили 12. Самый главный рекорд Геракла. Вот. Но мне нравился Геракл чем? Наш мужик-пахарь взял за рога быка огромного, запряг и вспахал поле. Вот это я понимаю, наш мужик. Ну, естественно, что такой человек и 40 девушек мог осеменить. Вот. Но дело-то еще не в этом. Это потом мы с вами отдельно про это будем говорить. А сейчас я к чему это подвожу? Дело в том, что отталкиваемся от чего? Когда-то сделали 11 класс, пусть я повторюсь, и вот эти три подлеца, подонка, предателя, вот, взяли и сделали биологию, базовый уровень, значит, обязаны сдать. 10-11 класс. Разделили 10 класс на 11 и сюда пихнули вот это вот. Вот. Вначале все шло нормально. Право на жизнь незыблемо, как и право на жизнь любого другого живого существа. Где это право на жизнь, когда эти феи
поливали ядами, посыпали ядами муравейник, который защищал огромное столетнее дерево. Не яблони, не груши, а просто дикорост. Вот. А почему так получилось? А я объясняю. Вот. А потому что они, ну, это из этой же, кстати, оперы. Когда я это несколько раз приходил и увидел эту картину, это у меня слезы на глазах стояли. Вы понимаете, а дети приходят, пытаются их гладить. Это. Вот это ладно, но мы уже проходили. Но вы понимаете, что нельзя в этих держать животных в зоопарке. Детей нельзя, это дети. Вот. Лишенные любви, лишенные ласки, лишенные всего на свете. Только чтобы на них деньги делать. Вот. Его и купить я мог, выпустить на улицу. Их тут же бы собаки сожрали или крысы. И вот это то, что вот эти те, кто посыпал муравейники ядами, они вот поэтому учились. Вот поэтому. Видите? Я пытался разобраться, очень пытался. Я пытался понять, знаете что? Ну, понять само основу, это понятно, мозги позволяют. Хотя бы в примитивном представлении. Но самое главное, понять не надо было, зачем. И когда я понял, что незачем это знать, школьникам не складывается, тогда я спросил, а за что их так наказали? Видите? За что? Ведь это все можно в двух словах. Объяснить? Хотите, сейчас объясню? Думал, настраивался, переживал, надо, не надо. Если я сейчас стану, вы увидите, что на мне сейчас находится, кроме рубашки, это из приличия, вот, находится полотенце, которое застегивается, как это, крючочки, как они, забыл, как называется, то есть цепляется друг за дружку. А под ними трусов нет, вот так и хожу, пока дома. А на улице штанов достаточно, двое-трое, мороз, но без трусов. И это должно быть самое слово. И целый день на улице. Я вам показывал фотографию, я не болтун. Вот это детям должны знать. А вместо этого получилось, что абсолютно безграмотные вот, люди, которых вот именно вот этот образ жизни их приводит к тупости, понимаете, такой. Ну, поймите, вот я еще раз вернусь. Вы думаете, если я вот этих показал несчастных существа? Они могут прожить несколько лет, они могут прожить среднюю жизнь кролика. Они могут это самое, прежде чем умрут, да? Зачем тогда эта жизнь нужна? Что они за... Какое потомство они родят? Ну, понятно, больное. А еще есть вот это вот, из-за этого. Дети психами становятся. Вот из-за этого, из-за этого. Вот. А потом выходят на сцену и нас учат эти. О. А как учат, вы видели? Я взял ради интереса только одно слово. Думаю, да пойдите пропадом, но мне надо копнуть-то поглубже. Может, что-то я не понимаю. У меня такая попалась оппонентка, серьезнейшая женщина. Мы потом, это может отдельный фильм сделаем. Но когда она мне написала, когда сказала, что девочкам-то действительно косинусы сюда не нужны. Вот. Правила оказания первой помощи медицинской. Этот, поваром этим самым, швеей, чем угодно. Выходит со школы, хоть что-то умеет делать своими руками. Она нет дурами, если косинусы не звучат, вырастут дурами. Мы не поняли друг друга. Но это отдельный разговор. Я взял одно единственное слово. Я пробовал понять, для чего это надо. Комплемент. Я просто душа у меня, потом нормально пойдет разговор. Комплементарность, взаимодополнение. Химии, я почему и выбрал, молекулярной биологии, генетики, взаимное соответствие молекул биополимеров или их фрагментов обеспечит образование связи между процессами, дополняющими. Дальше мне нервы не выдержали. Школа. Тогда я взял, чтобы это не было грустно, вспомнил студенческую песню. Как нам к этому надо относиться? Вот к этой дуре. Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую. Дурак, зачем он не открыл на нашей улице пивную? Так вот, я обращаюсь тем самым, знаете, уже этот телеканал «Бобер», главный, потому что он на слуху, он на виду, он каждый день это, заходит к нам домой. Вот. Хорошо, когда учат как эту кулинарии на здоровье, но влезли на чужую территорию. И вот получается опять морду бить, уже сколько можно. Меня же не зря считают, что кто сердит и кто злой. И вот альтернатива.
Итак, я все-таки закончу этот разговор. Вот это надо проходить в школах, но это надо уже сейчас, срочно, с трибуны. Самый главный человек в стране, в этом премьер-министр, министр Минобр, министр этого, это самое просвещение. Это кто-то должен сказать вот это. Внимание! Это потому что мы уже опоздали. Мужчина, выросший из памперсов, подгузников, тесных трусов, плавок, ведущий сидячий образ жизни в школе и дома. Вы знаете, что такое сидя? Спящий в нижнем белье ко взрослому состоянию имеет невызревшие железы, внутренние секреции и соответствующие им гормоны. Знаете, какие гормоны? А, ну да, ладно, читаю подряд. Результат – слабое здоровье, слабая физическая сила, слабая половая потенция, слабый ум и неполноценное потомство. Кто из вас знает, Фрейда, кто из вас знает, что ум и половая потенция – это слова-синонимы, это одна и та же железа за это отвечает, за ум и за половую потенцию. Кто знает об этом? На улице я каждый вечер выхожу, когда темнеет, тоже немножко стесняюсь. Я делаю зарядку. Я уже несколько лет ни одного человека на улице зарядкой не видел. Те моды прошли на этого самого, которые были, вспомните это, на обливание и прочее. Вот. Все прошло. Ни один человек. Прячемся от коронавируса. Куда вы спрячетесь-то? Чихнул и все, и нету человека. От чихания.